Добрый день. Представляю себе бульдозер ДТ-75. Он в боевом отличном характере. Показываю. А-41 989 года. Ну, конечно же, он здесь уже простоял с прошлого года, до сих пор не заводился ни разу. Вот. Но самое главное, что, соответственно, завести возможно. Да, там, ну, с прошлого года, ну, постоял. Все в наличии, стартер в наличии, там, дрюкалка в наличии. В салоне показываю также, что происходит. Да, то есть небольшой есть бардак, но тем не менее, как бы все это разберется, все будет нормально. Кому необходимо, можете даже немножко пыльнуть, покрасить, да, там, особенно кто занимается восстановлением. Вот, ну, прежде всего, это бульдозер. Бульдозер ДТ-шка с двигателем А41, который вообще не капризный. Вот. Стандарт. По гусеницам показываю также, да, то есть тут расходы, расход, ну, вообще такой незначительный. Есть, конечно, есть вложения необходимые, незначительные. Это, на мой взгляд, решать вам. Так что приезжайте, все покажем, покажем, расскажем. Обращайтесь. Мы готовы вам все это полностью продать. Ждем ваших звонков.